Красноярский глазной центр перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом. Там развернут 180 коек. Сейчас в больнице идут подготовительные работы. В здании устанавливают шкафы для врачей и переоборудовывают палаты. В них проводят кислород. Он будет поступать по специальным трубкам, которые установят над кроватями. Госпиталь займет 3 этажа больницы. На каждом разместят по 60 человек с ковид. Остальные помещения отведут под чистую зону. Первых пациентов с коронавирусом там начнут принимать уже на следующей неделе. Мы попали в очень удачную ситуацию, потому что здание архитектурно представляет из себя прямоугольник, в котором есть 2 лестницы, которые помогают нам организовать правильную работу санитарного пропускника и, в принципе, разделение всех потоков. Это значит, что на 3-м этаже, приходя на работу, сотрудник переодевается в рабочую одежду, и затем он идет по 1 лестнице, которая еще чистая, и попадает в красную зону. Между тем, пациенты глазного центра без помощи медиков тоже не останутся. При травмах, острых заболеваниях, термических и химических ожогах или отслойке сетчатки жители старше 18 лет будут принимать в краевой клинической больнице. Детей и подростков с этими же недугами ждут в детской больнице номер 4 на улице Юшкова. 3-я точка у нас это, то есть здесь как пример, что задействуются тоже ресурсы учреждений здравоохранения, где только возможно для оказания помощи населению. Это консультативно-диагностическая поликлиника для взрослых, то есть старше 18 лет. Там будет у нас работать 2 кабинета в 2 смены. Диагностический блок, она находится на базе краевого врачебно-физкультурного диспансера «Остров отдыха-15».